Добрый день. Сегодня мы будем подкармливать помидоры. Они показали первые признаки, что у них не хватает бора. Листья закручиваются. Стали светло-зеленые. Значит, у них нехватка бора. Бор стимулирует развитие завязей, насыщает плоды сахаром. Вот, наши помидоры начали цвести. Сегодня мы их подкормим бором, борной кислотой. Я приобрел вот такую борную кислоту в магазине. Конечно, можно взять ее в аптеке, там она дешевле. Тут 20 грамм в пакетике. Вот, будем ее разводить и подкармливать. Существует два вида подкормки. Внекорневая и под корень. Некорневая — это по листу. Для наших помидор это то, что надо. Будем их подкармливать по листу. Также бор полезен против паразитов и разного вида заболеваний. Для приготовления нашего раствора нам необходима чашка с горячей водой. Вода должна быть не кипяток, но и не холодная, горячая. Берем чайную ложечку, пол чайной ложечки борной кислоты и разводим в нашей чашке. Кристаллики должны все раствориться. Если останутся кристаллики и попадут на листья, они сделают ожоги. Вот так тщательно хорошо размешали. Все это выливаем в воду. Вода у нас с бочки, стояла на солнце. Вода должна быть теплой, чтобы не была холодная вода и отстойная. Вот размешали, теперь это мы зальем вот такой бак и будем брызгать, делать подкормку по листьям. Опрыскивать мы будем сверху. И также снизу. Так мы брызгаем борной кислотой сверху, снизу. Борная кислота, я еще раз говорю, характеристика, наверное, развитие завязи.